Титаник. На что спорим? На пистолет. Да эта штука будет 100% моей. Мечтай дальше. Давай. Так правила игры какие? У кого будет больше монет в кармане, тот и выиграл. У тебя нет шансов. Я богач. Меня даже в газетах пишут. Ну, давай посмотрим. Вот. Лох. Я выиграл. Да ну забирай, он мне все равно не нужен. Ха-ха. Детишки, мы приехали на самую большую лодку в мире. Это не лодка, а корабль. В точку. Мне кажется, он не больше Мавритании. Нет, он длиннее Мавритании на 100 фунтов. Правда? Да! Ну тогда пошлите. Ха. Пошли, мы уже опаздываем. 5 часов спустя. Все в ресторане. Любимая, я для тебя что-то подготовил. Реально? А это с детьми надо смотреть? Нет, без них. Идем в номер. Хм. Я для тебя подготовил вот такой бриллиант. Я его сам купил. Правда? Спасибо большое. Не за что. А теперь пойдем в ресторан. Пошли. Детишки, мы пришли. Ночью в 11 часов ночи. Что? Айсберг? Айсберг! Прямо по курсу! Что это было? В нижних кабинах. Садимся в шлюпки! Давайте быстрее! Дети, просыпайтесь! Что стало? Мам, что происходит? Мы тонем. Да, дети. Как много народу на палубе. Давайте, мы должны искать шлюпку. Мама! Все шлюпки уже спустили. Идем тогда назад. На корму, то есть. Люди, на корму! Дети! Дети, вы где? Мама! Мам! Мам! Братик, идем! Идем! Мам! Мам! Сейчас я попробую спасти людей. На корму! Все на корму! Так, я должен выстрелить, чтобы все отсюда ушли, чтобы они спаслись. Где моя любимая? Где она? Где она? Дети, вы тут? Вот я. Давай, перелезай. Давай. Помоги!
успокойтесь, пожалуйста. Давайте, собирайтесь, мисс. Мы все катимся! Держитесь, мисс. Дети, держитесь, мама, мам. Дети, держитесь, дети, ну-ка давай. За что мне такое? Под водой. Конец фильма.